так произошло? Я думаю, немножко сказал, что мы смогли реализовать момент, немножко давлево на танке. Под первым таймом я с вами согласен, если вам понравилось. Мы там пробовали, на мой взгляд, полностью игру, дали несколько стопроцентных моментов, но, к сожалению, не все забили, хотя могли увеличить. Мы все начали, второй тайм тоже довольно-таки опасно, могли забивать, но опять-таки не забили. Ну и Мордовия, конечно, не хотела проигрывать, все силы кинула на навалу. Мы выстояли. Конечно, хочется, чтобы во втором тайме также продолжили играть, как в первом тайме, но будем над этим работать. То, что крылья взлетели на пятое место, это как душу греет, и вообще не кажется ли фантастикой? Вот только что были в ФНЛ, и вот мы на пятом месте. Многие не верили в нас. Конечно, это промежуточное место, но все же, мне кажется, это результат нашей совместной работы. То, что в команде появилось такое яркое пятно, мало, он вроде бы и хорош, но иногда кажется, что тянет одеяло на себя, вот смотрите, какой я герой. И в какой-то момент показалось, что даже тебя это раздражает. Или я ошибаюсь? Не, вам показалось. На данный момент я вообще такого не видел. Наоборот, мне кажется, что он как раз таки по игре играет, он без лишнего. Ну, конечно, как все текущие игроки, есть в нем эгоизм, но это нормально. Хорошо, спасибо, с победой.